Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Сайт Tengu Pro, я с ним знаком не так давно, но могу сказать одну очень важную вещь. В первую очередь, спасибо вам за работу, которую вы делаете. Второе, эта работа необходима. И третье, уже много людей, которые видят и смотрят вас, понимают, что это важно. Благодарю. Ирина спрашивает меня, стоит ли ввести некоторые изменения в изготовление защитного снаряжения для женщин. Я всегда, если честно, на всех совещаниях, собраниях различных федераций, всегда бился за то, чтобы эта часть тела у женщин была закрыта очень серьезно. Потому что травма, которую могут нанести при кумите, она имеет свои последствия. И то, что сейчас есть на самом деле, я считаю, что это неправильно. Но исходя даже из того, что есть, а учениц у меня много, думаю, что вполне реально возможно подготовить для себя защитную систему, которая будет находиться в рамках проведения турнира, что и делают мои ученицы при подготовке к соревнованиям. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.